Сегодняшнее видео посвятим автомобилю BMW 39 кузов. Значит, проблема у нас заключается в чем? Прихожу я в гараж один раз, беру ключик, и как вы видите, ключ просто поворачивается на 360 градусов. Высовывается, крутится, но не заводит машину. Значит, я, недолго думая, пошел домой, взял свой новый ключик. Значит, новый ключик у нас работает. Значит, посоветовался тут со специалистами-ключниками. Они говорят, что, скорее всего, произошел износ ключа. Он уже не такой ни по ширине, ни по толщине, то есть износился. Нужно делать новый ключ. Значит, но также они меня сразу предостерегли, что, возможно, придется ремонтировать и замок. Но я пока остановился на ключе. Значит, суть этого видео будет в чем? Есть вот такие ключи. Я хочу показать, как мы будем их разбирать. То есть я взял, купил в интернете заготовку вот такую. Мне нарежут ключ, то есть это делать буду не я. А я хочу показать, как ключ разбирается, как переставляется чип, потому что мастерских все равно за это требуют денег. Полазил я по интернету, конкретно по таким ключам я ничего вообще не нашел, ни на наших, ни на импортных сайтах. Поэтому хочу снять это видео. Возможно, кому-то будет полезно. Ну, может быть, вскоре будем вытаскивать и личинку замка. Не знаю, пока ограничусь ключом, затем будем смотреть. Ну, как я уже говорил, нарезал ключик не я, нарезали мне специалисты. То есть, в принципе, нарезали нормально. Я попробовал, все работает. Единственное, как вы знаете, вот этот ключ без чипа машину не заведет. То есть он стартер крутит, но машина не заводится. Значит, видео, в принципе, не о том, как нарезать ключ, а о том, как поменять здесь внутренности. Ну, все это делается просто. Значит, берем ключ-донор. Это самый потертый ключ, который у меня уже практически ничего не открывает. Но чип в нем хороший. То есть сначала вытаскиваем батарейку. Вытаскивается она просто. Здесь сзади такой язычок есть. Поддергиваете крышечку, батарейка у вас выпадает. Батарейка, если хорошая, ее можно сохранить. Она будет у вас запасная в другие ключи. Ну и, собственно, следующим этапом мы берем и вот так вот поддеваем по чуть-чуть. Эти ключи разборные, то есть они не клеенные, они прекрасно разбираются. Вот вы немного его поддели, и видите, он аккуратненько раскрывается. Значит, ну, обратить нужно внимание на то, как стоял чип. Значит, если посмотреть поближе, значит, вот это у нас, собственно, кнопочка. Ну, то есть тут особо сложного ничего нет. Кнопочка замыкает два контакта при нажимании и загорается светодиодик. Значит, мы берем вот эту кнопочку аккуратненько в стороночку. Берем вот эту плату. Ну, в принципе, мы это переставлять не будем. Это я так просто вам показываю. То есть вот так выглядит платка. Ну и, собственно, весь виновник торжества находится вот здесь сбоку. То есть вот вложен чип. То есть вот эту вещь нам нужно сейчас переставить. Значит, самым главным моментом нужно запомнить, как он стоял, и в новый ключ его вставить точно так же, иначе работать не будет. Значит, сейчас я беру новый ключ, точно таким же образом его разбираю. Опять же, снимаем крышечку, вытаскиваем батарейку. Так, и разбираем его. Точно так же поддеваем, и он, смотрите, красиво расходится. И снимаем крышечку. Вот, внутри мы видим точно такую же платку с местом под чип, но без чипа.
Для того, чтобы ничего не перепутать, я ложу вот рядышком две заготовки и аккуратненько пинцетом из вот этой чип достаю. Он здесь вот так достаточно плотно сидит, поэтому так я пинцетом беру и так его в стороны немножечко пошатываю, высовываю. Плотненько он здесь сидит, то есть вот так вот аккуратненько ножичком из-под низу вот так я его достаю. Сейчас посмотрим, такое ощущение, что он был вообще снизу немного даже подклеен. Ну да, видите, он немножко был посажен на клей. То есть запоминаем положение и точно так же я его переношу в эту заготовку. То есть это очень важно, поставить его так же, потому что машина не заведется. Все, чип мы перекинули. Он в посадочное место сюда ровно падает, как заводской. И собираем все на место. Значит, здесь все просто. Наша крышечка. Ну, то есть, если у вас она распалась, смотрите, вот два контакта. Ложим на два контакта пластиночку. И позиционируем. Вот здесь, видите, на кнопке есть как шлицы. Вот эта вот перемычечка должна попасть вот в эту вот. Давайте я вытащу. Вот на кнопке есть, видите, посерединке, как вот направляющая. То есть эта направляющая должна попасть вот в эти, в это отверстие. Плюс вот это вырез. Вот этот вырез должен попасть на ножки светодиода. То есть для того, чтобы у нас все работало. То есть вот так это должно быть. Вот все у нас попало. Теперь берем, где вырез у нас, и вот так вот позиционируем на светодиод. То есть когда вы будете нажимать на кнопочку, у вас вот этот вырез, то есть видите, да, он не будет ломать светодиод, то есть будет работать свет. И одеваем крышечку нашу. И защелкиваем. То есть, в принципе, если вы правильно собрали, она сразу же должна моментально хорошо защелкнуться. То есть смотрите по зазорам, зазоры должны быть все ровненькие, значит, все у вас стало правильно. Кнопочка работает, вставляем батарейку, чуть-чуть поправим вот эту вот заусню, но тут не нужно. Так, вставляем батарейку нашу. Все, проверяем. То есть все у нас работает. Все у нас получилось. Значит, вот эту заготовку я пока не выбрасываю, она у меня будет как донор валяться. В принципе, может когда-то что-то пригодится. Ключик мы испытаем в автомобиле, я это покажу. Ну, собственно, видео было о том, как переставить чип, разобрать ключ. Ну и все в таком духе. Значит, я много искал видео вот именно по вот таким ключам и нигде в интернете не нашел. То есть все было про ромбики. Ну, мне хотелось, у меня все ключи вот такие, мне хотелось, чтобы все у меня было одинаковое, ну как бы комплектно. Ключи визуально немного отличаются, то есть в принципе все одинаково, за исключением в оригинале кнопочка утоплена, видите, а в вот этом вот, который я купил в заготовке, она вот выступает. То есть ключ немного в кармане повалялся, вот реально там пару дней, и уже эмблемка начинает царапаться. То есть здесь она не царапается, потому что она утоплена.
и как бы ну, ничего не достает, а здесь оно уже начинает немного царапаться. Ну, в принципе, это, как говорится, на погоду не влияет. В крайнем случае продаются отдельные наклеечки, можно будет купить отдельную наклеечку. И, как говорится, в любом деле самый ответственный момент – это момент испытания. Я беру ключик, который мы только что с вами делали. Кстати, это будет первый пуск, я еще не пробовал. Но сейчас проверим. Как вы видите, все работает. В этой процедуре нет ничего сложного. Но если по деньгам, то за замену вот этого чипа, помимо того, что нарезали ключ, с меня хотели взять $2. То есть $2 за операцию, которая занимает 5 минут. Я считаю, это много. Поэтому, кому это видео помогло или было полезно, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.